вижу хрень. А там еще раз можно улучшить? Вроде можно. Да, можно, только она стоит уже мне не по карману. Я могу дать тебе, у меня все равно здание 3 года строится. Дать тебе сколько надо? Да не знаю пока. Ну сколько? Ну, не знаю. Ну, золото мне больше всего надо. У нас просто потому что... Ну, а нормально, да. Так, она очень долго начинает это регениться. Чересчур долго. Так, кладбище. Кладбище. Блин, нам нужно вот здесь зачистить будет, а то это, ну, страшно. Девочки. Улучшение зато моментально. Ну, хоть кстати, что-то. Да. Хоть а что-то прикинь... вроде. А прикинь, улучшение тоже бесплатно стоит. Это ж прикинь, какая имбища. А, у тебя цитадель будет улучшаться долго. Да, как у меня ратуша. Ну, у тебя ратуша второго уровня, а у меня уж четвертого. А ты посмотри, сколько хп, ты будешь ее долбить 3 года. Ёбана, да ну на. Там все равно ничего полезного не прибавится. Сколько хп у моей ратуши, мне не видно просто. 156 000. Вот это пол. Неужиданно. А знаешь, сколько улучшения стоит дворец вождей? Сколько? 345. А нет, я не буду делать, потому что дерево надо. Заметь, деревья зеленые. Да ладно. Ну, у тебя тоже работники долго делаются или быстрыми? Да, быстро. У тебя из-за того, что все бесплатно. А, понял. Это еба. Бля, мне страшно так строить, а то, блин, сейчас просто придет кто-нибудь. Ой-ой-ой-ой-ой. Я вижу, вижу. Они все больше и больше. Да. Но нам недолго жить осталось. А я бугай не могу сделать, братан. 300 золота стоит. Охренеть, так дорого. Сколько урона у него? У этого маленького малыша столько урона, братан. У кого? И хп, посмотри. У темного троя где, у кого? Я тебя слушать. Нет, посмотри. Иди. Смотри, я сейчас нападу. Смотри. А. А-а-а. Что прикажете? Я тебя слушать. Буду сделать. Умный мысль. Хераш. Бум. А у бугая сколько? Атака. 4 000 хп, братан. Летел лютопон. А чё так легко? Не знаю. Я думал будет жестче. А у тебя защита, ты посмотри. Посмотри на свои статы уже. Ага. Ну потому что я бью такой способкой, меня не моментально восстанавливают. Нет, статы уже. У меня уже герой 7-го уровня. А ты понимаешь, что статы, алё? У тебя уже... У тебя статы прибавляются по 10, алё. А раньше такого не было. Пошли туда сразу. На нахуй. Вот я слышал хилить буду. Я дебил. Ать, я не ты сделал. Ладно, короче, пофиг, порчу использую. И да, призовем вот этого вещи. Лютопон. Ебать, у меня уже 3 героя просто. Так это все, я ж могу просто.
Я ж не победим, Питер. Питер, 60 тысяч зверинца. ХП. Погнали. Тебе буду сильно. Давай. Давай, вперед. На, в атаку всем один. А меня усыпили. Ну так вот. Вот так вот. Буду сделать. Хитро придумано. У меня минус герой, похер. Там легендарные предметы выпали, братан, подбирай. Для я тебя. Вижу. Подбирай. Ты дурак, ты. Ты на свой. Ты на свой яд наступил, дебил. Быстрее забирайся. Все. Братан, ой, блядь. Посмотри, сколько у меня защиты, братан. Я вижу. Это легендарные предметы. 240. Кровавая луна, две кровавых. Буду сделать. Здорово. Буду сделать. Так, свиток возвращения. Буду сделать. Здорово. Говорю. Умный мысль. Но тупо пробить не могут. У меня рад уже улучшилось. Да вроде да. Алло, братан, тут еще легендарный предмет. Иду. Еще два. Боевая смерть. Подбирай, все, у тебя сейчас будет миллион защиты. Изи. Главное филить. Изи. Так, чё можно взять? Просто изи. Всё. Нет, три героя замежить, это всё, это просто, это имба. Имея одного героя за орду, уже 240 защиты. Умная мысль. Хитро придумано. Чёрная копья! Куда ходить? Так, пора бы нам построить магазинчик и продать все предметы. Так, наверное, вот тут вот построю. Умный мысль! Я тебя слушать! Здорово! Хитро придумано! Умный мысль! Хитро придумано! Здорово! Буду сделать! Просто на вкус пляжа. Братан! Чё? Где? А, ты тут. Твое счастье, братан. Один удар, и все умерли. Я иду. А можно, в принципе, пойти вообще даже... А я уже всех убил. Убей. Уже поздно. А так бы. А чё я жду? Буду сделать. Говори. И ты тут уже тоже все зачистил. А кто мне звонит, нахуй? Звонит. Братан. Вот это я уже не смогу победить. Я пойду посмотрю, конечно. Мне кто-то выконекса.
А ты где? Ну кто-то выгапишет. А, я тут. Есть. Давай, пошли. Чего хочешь? Сел. Рад, что ты здесь. Че сел? Тебя слушать. А погнали. Хитро придумано. Буду сделать. Умная мысль. Нас атакуют. Где? Здорово. Да, я забей. Пали. Буду сделать. Умная мысль. Да, я воздух. Да, я уже умираю, было. Братан. 240 защиты, братан, я умираю. А, блин. Прощай. Не, все, я не выжил. Нихера ты убил. Нам еще долго до этого. Рад, что ты здесь. Зул'джин будет отмщен. Ну это фон. Чего? Твоя жизнь принадлежит народе. Интересно, что за воины? Йоскин код. Йоскин. Я тебе скинул свиток возвращения. А зачем? Может, за пригодится. Не. Братан, посмотри, сколько урона у меня. У Виверны. У кого? У Виверны. А у кота только сколько урона? Мало что. Хаос урон и... Рад, что ты здесь. Ой, а как же я совсем забыл. Как же я мог забыть? Кого убить? Дальше этот, золото и дерево. Вот так вот ставлю. Сейчас дам. Сколько? Сколько не жалко. Ну вот тебе всего по 5000. Лютопон. Я хочу просто, знаешь, что сделать? Я сам сумасшедший. А, зерглинг, я тебя понял. Пон. А, да? Заебал, блин. Слышь, не мог бы ты отодвинуть своего героя? Рад, что ты здесь. Ну сейчас я все отодвину. Херам собачьим. Хитро придумано. Ну вот, все, спасибо. Кого убить? Говори, что случилось? Ну-ка, что там у нас? Нас атакуют. Говори. Только скажи. Я тебя слушать. Всех убивать. Говори. Буду сделать. А нормально то, что у меня мухи наносят миллионный урон? Ладно. Мухи? Да, у меня мухи наносят миллионный урон. Это мои мухи, что ли? Нет, мои. Ага. У меня мухи летают. Так я могу ж так же. Бери своих гениев. Руна подчинения. Опа. Смотри, какой сильный воин. Убери своего дебила, сильного. Хитро придумано. Очень приятно. Здорово.
Я сейчас пойду в этот. Попробую. А. Не пон, алло. Алло. Буду сделать. Не пон сейчас. Сейчас поймем. Ты понял прикол? Вообще не понял. А может какой-нибудь другой способ есть? Стоп. Граница уже здесь. Лютый пон. Тут тоже граница. Смотри, у тебя НССМ, видишь, делает это. Угу. Чека сколько моего? ХП и атаки. Ну, у тебя атака меньше, у меня больше. У меня стоит 300 золота и 40 дерева. Воин. У тебя это плюс еще прокачанная атака, не забывай. Ах, черт. Спалили. Блять, кто перекидит ебаный свиток возвращения? Короче, мы же зачитали обновление. И тебе играть не стало. Я тебя помню, братан. Это что тут происходит? Чё? Что за дискотека дракона? Сколько они наносят? Очень много, 30 урона. А, 25 урона. А, я умираю, прикинь. Я без боевой смерти бы умер уже. А сейчас мух используется. Они все умрут. Вот они все и умерли. Никого не щадить. Буду сделать. Здорово. Буду сделать. Так, мух использовали. Братан, тут из скелета выпала боевая смерть. Заебись. Я случайно сломал, я сломал случайно супер и мега имбовый предмет, ладно. Зачисти его тут. На все у меня герой прокачан на максимум. Я думаю, там уже есть NPC. Конечно. Да. Рад, что ты здесь. Ну куда ты пошел? Иди, давай. Я тебя слушать. Буду сделать. Говори. Угу. Я пошел. Он меня вошел за всех. А ты атаку видел свою на 16 уровне, чел? Я, посмотри, я 23-й. Хитро придумано. И ты на 16-м. Вот почему нужно играть. Нихера у меня поэт. Ну-ка, не-не-не, так не годится. Так не годится. Ну, это мое дружеское существо. Это мой дракончик. Почему они нужно указать на враждебное существо или дружественную нежить? А чем мой дракончик тебе не понравился? Не пошел нахер тогда. Членник. Где мой дракончик? Блять, меня дракончик убили. У меня ж москиты есть.
Пойдем попробуем туда, наверх. Вот где мы были, здесь, да? Вот здесь, вот да, здесь. Жопа прям. Давай, давай, пойдем. Пойдем, пойдем. У меня москиты, блядь, есть. Буду сделать. Сколько вот здесь, мои москиты? Вот здесь войска можно купить. На нахуй москиты, блядь. Полетели. Такое чувство, как будто им похер вообще, братан. Да, вообще похеру. А я тут поеду, блядь. Они еще скелицы были. Охренеть там 8, братан. Чтобы тебя убить, нужно целую армию призвать. Одного моего героя в чем прикол еще. Не забывай то, что я могу сейчас еще только 3 ляма. Ты заебал. Кто у меня может рожаться из героев? Ну-ка посмотрим. Чего хочешь? Кровавая луна. Надо, да. Возвращение так и не понял, как его использовать. Нужно золото. А, патина не обвелись. Что ты здесь? Чего хочешь? Дай золото, пожалуйста. Кто там что ломает, блядь? Да я башню слышу. Дай золото, пожалуйста. Спасибо. Так, мне золото нужно. Где можно золото понадобывать? А я знаю, где можно понадобывать. А, люто пон тебе, братан. Да, блядь. Короче, похуй на это. Что случилось? У меня послушник наносит 36 урона. У меня 32. Без улучшений. У тебя даже... А у нас вот здесь кто-то есть? Да, дракона обоссаны. А, блядь. Ой. Я туда хотел пойти, но не смог. Живи на... О, ты очень долго возражал. А, люто. Я выжил. Ты можешь захватить рудники, знаешь где? Вот этот рудник. Вот этот рудник. Ага, тут альянсер. Да это похер, забей на него. Иди. Он тебя не тронет, я же базу строю. Ты главное не провоцируй его. Не буду. Вот рудник, вот захватывай. Миллион, где видишь, там и захватывай. Я вижу. Так, где миллион? Я вообще просто посмотрю, где есть еще. Так. Здесь. О, здесь миллион, все. Да. Работать. Случилось. Захватываешь, да, рудники? Еще захватываем. Еще один. Так, вот пятый есть, дальше идем. Так. Посмотрим. Рад, что вы. Я тебя слушать. Давай ему что-то снесем. Этого альянсера. Рабочего.
Стой, я хочу его снести его одним юнитом. Я тоже могу снести одним юнитом. Нет, я именно солдатом. А, ну тогда ладно, давай попробуем. Что, мне дальше захватывать? Угу. На 3000. Юнит полетел. Прям интересно, короче, юнит. А, я его долго буду. А-а-а. Нихера себе юнит. Фармить буду на нем. Опыт. Я фармлю опыт понемногу. Ты мне тоже его фармишь. Тебе си фармилочка. Фугу. Чего хочешь? Угу. А, блядь. Тут еще рудник здесь захватил. Где? Вот все, все три захватил. Это там еще есть. Один. А, вот вижу. Хорошо. Где мой рабочий? Рад, что ты здесь. Мне кажется, он его сломает. Да ему похер вообще. А. Ты о чем? Ай, ему похер. Так, а чё с ним? Он идет? Как? Так, один работает, а второй... У меня... А, блядь! А чё, в смысле, чё произошло? У нас рудник обрушился. Прикол здесь нам. А я думаю, а чё за вот не идёт? Говори. Иди все мои рабочие. Я охренел, ты вообще рудник захватывать здесь. Я ратушу строю 3 года. Захватил мой рудник. Ладно, то. Не так-то уж трудно. Все спокойно. Да был там 80 золота, гони 80 золота. Да. Да, с процентами. Альфа-банк. Кэшбэк. Вернем при выходе. Что случилось? Рад, что ты здесь. Что случилось? Чего хочешь? Дело сделано. А, в смысле, не понял. У меня написано то, что я могу выбрать одну способность. Способность скрывается только на 17 уровне героя. У меня 16. Это что за это? Это байт. Это что за байт? Вообще конкретный байт. Цыгло. Чё у меня опять с этим ёбаным рудником? У меня опять он разрушился. Почему мне надо? Да пох. Что случилось? Говори. Ну хули ты сделал, блять? Ну хули ты делаешь? Че? Ну все, ну что ты делаешь? Ничего. Реально ничего. Ок. Готов.
же ты? Тебя слушать. Где все мои герои, блин? Как дела? Нормально. Ок. Вот не превращала беды. Если ты сейчас не отзовешь своих рабочих, я приду к тебе ебать хочешь. Они давают полезные ископаемые. Че, заходить не можешь, да? Не тебе по-русски объяснить или как? Не знаю. Буду играть поштучно. Ок. Как успех убивать меня? Ну и долго ты будешь это делать, конечно. А, так, блядь. Хули я нянчусь. А чё ты нянчишь? Нянчися. Я тебе сейчас ратушу снесу. Это будет конкретное просто поражение. Я воспринял как угрозу, сори. Ой. Хуй там делаешь? Ах ты пидор, блядь. Ты чё? Ты чё, гнида, нахуй? Я чё делал? Ты чё, нахуй? Оборзел? Да. У тебя они всё равно быстро восстанавливаются, не сдохнешь. Как дела? Сука, где же нахуй базу снесу, блядь? Ок. Все ты, блядь, не разозлил, блядь. Удачи снести, братан, у меня 1000 миллиардов хп в зиму. Надо воевать вместе, братан. Они против друг друга, но... Чё сказать? Как делать? Ой, вурдалаки, не знаю, что такое вурдалаки. Удачи сломать. Я сломаю, блядь. Во, молодцы! Мне помогают. Ну поеду еще. Что сказать, два дебила это сила? Два дебила это сила. Война за рудник.
Война вообще. Война за жизнь. Все, у тебя рабочих нету, соси. Есть, не забывай. Ты никогда не сломаешь этот рудник, чё? Сломаю, блин. Не сомневайся. Ок. Блять, куда ты нахуй? А чё тебе даёт? У меня я в минус не ухожу. Ты рушь, давай. Я не буду тебя трогать. Я ща подожди. Я путь прочищу. Ещё дальше. Чё ты в угол, блядь, забился? Специально, чтоб ты меня избил. Не бейте лучше, обоссыте. Вот так, когда он поможет другу, а он поможет тебе. Ой, обосралась, да, девочка? Нет, тут я... За счет того, что у меня ратуша бесконечная выжил. Смотри, какой урон в тебе идет. В тебя прям. Ой, а что такое? Ой! Получается, ты умер, да? А. Куда ты отрушишь на? Хотя по он все равно ничего не сделает. Братишка! Привет! Как дела? Я твоего жучка убью? Нифига у жучка 4к хп, ты че издеваешься? Жучок. Не трогай моего друга. Какого нахуй друга? Фиолетового. Братан, где не выжиться? Где он? А, вот он. А что такое? Полностью обосрался, да? Ебать, у меня его аж просто вывернул. Как тебе? Нормально. Все равно пострадали.